Всем привет, добрый день суток, меня зовут Светлана, я сегодня нахожусь на даче, сегодня я пересаживаю розы, это вот мои концовки, это королева Елизавета, а это Полар Штерн. Хочу в такой заглубить, уже ямки подготовила, сейчас вам покажу. Вот насыпала песка, уже ямки покопала, ой. Кустиком год всего лишь. Сейчас заодно их засыплю. Еще сюда хочу. Там третью рядом я ямку выкопала. Ландору посадить. Сейчас хорошо просыплю. Полью водичкой. Сейчас эти кустик выкопаю и вместе с вами посадим. Вот хочу вам показать. Выкопала кустик ландоры. Вот такой нормальный. Вот кормое хорошее. Весь ору заодно. Я другое место. А эти хочу я забрать их в горшки, посадить и занести себе на балкон. Представить, мы будем балкон остеклять. Это королева Елизавета. Это тройка. Думаю, если так оставить, она пропадет. Вот. И вот это еще вот одна. Еще хочу спросить вас совета. Посадить или оставить подвесный. Это Лотборд. Раз и на солнечном месте, потом цветочки играют. Это вот Леонардо да Винчи. Попрошу, напишите комментарий. Посадить или оставить. Так, давайте будем приступать к посадке на 3 кустика роз. Вот я подготовила ямку, выкопала песка, сыпала там вниз. На одной ямке воды налила. Сейчас будем примерять на саженец. Будет у меня уже сидеть желтенький, розовенький, беленький. Это ландора, такая светло-желтенькая. Сейчас посажу, потом покажу. То я этой рукой неудобно. Оператора нету. И ссыпаем, потом еще пролью водичкой. Сажу, потом я покажу. Вот буду. Вот это на прививка. Как раз я буду заглублять эту привитую розу. Питомника. Сейчас я повторюсь, посажу, потом покажу. Все, показываю работу проделанную. Посадила я разворозки. Вот сейчас еще так вот замульчирую. Земелька еще. Вот осенняя пересадка. Сегодня у нас 10 октября. У нас сегодня хороший солнечный денек. Потом еще сделаю обзор. Покажу, что я пересадила. Здесь я пионы разделила заодно. Покажу. Вот здесь замульчировала. Здесь пришла к воде, посмотрела кучу ирисы. Ну, это уже следующая идея. Не то, что пиончик, он почки подарил. Сейчас я кучу ирисы. Так, это желтенькая ландора. Здесь королева Елизавета. А здесь беленькая Полар Штерн. Вот этих две, Полар Штерн и Елизавета, это кровь собственная. Надеюсь, хорошо перезимует. И будем любоваться с вами в следующем году цветением. Это Полар Штерн. Здесь вот пивончик. Здесь розовенькая королева Елизавета. Здесь желтенькая, светло-желтенькая. Это ландора. Здесь пиончик. На этой прекрасной ноте буду с вами прощаться. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Ну, хотя.